На прошлой неделе в Белгороде президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета агентства стратегических инициатив. Одна из ключевых тем повестки – поддержка волонтерского движения. Глава государства отметил, что это направление необходимо развивать в первую очередь в регионах страны. Документ, который структурирует новый стандарт, уже подготовлен. Ульяновская область вошла в число пилотных субъектов, которые присоединились к проекту по перезагрузке системы добровольчества. В новом понимании социальной политики консолидация всех сил. Это тренд номер один. Усилия государства – это одно, но и консолидация усилий некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса и наших партнеров, просто добрых людей, людей доброй воли – это то, что может вывести на качественно новый уровень социальную услугу как таковую. Внедрение стандарта позволит присоединиться к добровольческому движению всем желающим. При этом в регионе уже сегодня работают десятки волонтерских проектов. Например, студенческий экологический отряд «Спас» целый месяц благоустраивает территорию Воскресенска. Воскресенского некрополя. За это время привели в порядок около сотни могил. Границами областного центра деятельность отряда не ограничивается. Мы также выезжаем в разные районы по приглашению пастырей, то есть батюшек, где непосильно нужна помощь молодежи, потому что там живут старые более поколения. И по силу возможности, то есть у них нет возможности, как бы сказать, даже покрасить, вынести мусор или облагородить данное место, потому что оно также так заросшее, как вот здесь у нас на нашем кладбище. Среди тех, кто присоединился к рядам отряда, есть новички и волонтеры со стажем. Екатерина Артамонова несколько лет посильно помогает тем, кому это действительно нужно. Девушка прошла курсы сестер милосердия. Летом 17-го подключилась к благоустройству не просто городского кладбища, культурно-исторического наследия. Нужно уважать свои традиции, нужно уважать память наших предков. Нельзя оставлять вот это историческое место в таком состоянии. И я призываю всех, чтобы все внесли огромный вклад в то, что делают наши ребята. Во время съемок этого сюжета волонтеры «Спаса» среди груд мусора и зарослей травы заметили табличку, которая, по всей видимости, давно отлетела от одного из памятников. Находку нужно вернуть на законное место. Постараемся найти могилу этих людей. Могила там, скорее всего, есть. Да. Там и делать эту табличку. Отметим, годом добрых дел развитие добровольческого движения не ограничится. 1 сентября в Ульяновской области стартует десятилетие доброты. Артем Петров, репортер 73.